Привет, народ. В общем, поехали. Давайте я чуть-чуть сразу одену. Запорожье. Да уж. Короче, никак у меня эта вся история не проходит. Я уже у лекаря был. Лекарь мне назначил кучу лекарств. Там делаю эту, скажите, как она, ингаляции. Короче, от аллергии, как называется, лекарство, скажите. Дексаметазон. Ничего не помогает, короче. Уже 3 дня делаю, вообще не помогает ничего. Короче, тут как-то непонятно. С одной стороны открыто, а с другой стороны скотч. А, он не держит. Поэтому ладно. Короче, буду говорить тихо. Потом на монтаже добавлю звука, потому что, ну, прям... жестко. Добрый день. Брать ржавчину, если есть. А что я сделал? Я нож положил назад, прикиньте. Вот это я выдал. Короче, почистить от пыли, привести в живой вид. Смазать. Устранить люфт, заточить, собрать. Прям такая себе подробная инструкция. Достаточно было просто сказать, что Руслан, приведите в порядок ложек. Тащить не надо, я так понимаю, да? Тут новый нож абсолютно, народ. Ну, его тут чем-то точили. Чем-то точили. Откуда ж тут ржавчине взяться? Это абсолютно новый нож. У нас Илюха тоже дома сейчас на больничном сидит. Короче, мы ему покупаем иногда на кассе вот это, знаете, тик-так. Маленькие таблеточки такие, там всего 2 калории, помните вот эту рекламу. И он берет вот эти тик-таки, ну, несколько штучек кушает. А тут он, короче, взял упаковочку, сидел, мультики смотрел, и так одну за одной, раз 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 раз, и, короче, как это называется, ацетон скаканул у него, просто жесть. Короче, вот так это выглядит. Отпаиваем сейчас, не поверите чем, кока-колой. Так, 6-й торгус, да? Или 7-й? Не, 6-й все-таки. Короче, отпаиваем кока-колой. Это, чтобы вы поняли, не сам я придумал, это наш лечащий, или как он там сейчас, семейный врач сказал. А вот здесь вот видите, есть питинг. Вот здесь вот он есть. Да. Короче, отпаиваем кока-колой. Пепси-колой, кока-колой. Что я? Короче. Ого. Прям жестко. Так, так, так. Так, так, так. Есть тут немножко грязно. Шаймочки выглядят вот так вот. Надо немножечко их привести в порядок. А так, в принципе, рабочий нож. В общем, да, поехали. Раз, раз, вот
так это делаем. Раз, сюда, сюда, сюда. Все, и даем ему там 5-10 минут, чтобы это все. Промочилось, отмокло и отстало по возможности. Если не отстанет что-то, то тогда уже будем убирать более кардинальными методами, то есть ёршик. Это просто кошмар какой-то с горлом. Так, 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 так. В принципе. Берем наждачку, берем водичку, капельку воды и погнали. Выравниваем плоскость. Раз. О, так гораздо лучше, нежели вот было. Есть. Здесь тоже показывает дол. Ну, сейчас посмотрим после. И вот так выглядит шайба после. Все, шайбочки есть. Теперь тряпочку берем и вот это все хозяйство вытираем. Тут оно все отмылась, очистилась. Ножик 5-й месяц 17-го года произведен. Ну, в частности, клинок. Так, здесь тоже все чистенько. Все хорошо. А вот здесь, вот видите, есть немножко ржавчина. Вот там. Тут бы хорошо сработала ультразвуковая ванночка, которая у меня сгорела. Я ее отдал Димке на перемотку, но Димчик что-то не выберет никак время. Там работы много, чтобы перемотать ее. Поэтому мы вот так вот это сделаем. Раз. Два. Все чистенько. Чистенько, чистенько, чистенько. Раз. И давайте еще разочек прям сверху мы его обрызнем. И вот так вот это все. Раз. И с этой стороны тоже. И теперь смоем так раз. Смотрите, какая сразу плашечка стала. После мойки. Прям, что после бани. Вот так вот. Да, ультрафиолетовая, хотел сказать. Ультразвуковая ванночка она прям пригодилась бы в этом плане. И быстренько бы это все. Буквально там на 2 минутки ставишь, оно все отпадает. Просто классно. Моя сгорела. Я себе не доглядел, когда заказывал, поняли? Заказал просто. Увидел, о, класс. В корзину добавил быстренько. А она, оказывается, на 110 вольт там есть внизу, и на 100, на 220. Я выбрал, просто заказал, быстренько кинул в корзину, она приехала на 110 вольт. Захожу, смотрю, реально, да, моя ошибка. То есть продавцу ничего и не скажешь. Так что продавец тут не виноват, то, что я заказал, то он и прислал. Так что, народ, будьте осторожны. Кстати, да, сегодня мне пришло письмецо с утра по поводу, помните, вот этого видео. Там, что я говорил, скидочки будут. Там промокод поменяли. Не Skimmin 10, а просто Skimmin. Если будете заказывать что-то вот на этих сайтах, вот,
то ставите промокод просто Skimen, и он там уже сам 10% вам добавит. Просто, что типа Skimen 10, и мне сразу написали, а потом говорят, что нет, Руслан Николаевич, просто Skimen будет промокод. Я им сразу предлагал. Они говорят, мы типа разделим. Где-то 10%, где-то 15% может будет. Поэтому будут промокоды типа Skimen 10, Skimen 15. А потом говорят, не, вы промокод добавляете Skimen, а там уже типа как бы автоматом сайт будет распределять то ли 10, то ли 15. Ну, на какие позиции, поняли, какая скидка, там автоматом и добавят. Он просто напишет, что скидка на этот товар вам 10%, на этот товар 15%. Но промокод один, короче. Вот этот. Все, народ, собираем все обратно. Так. Смотрите, вот с этой стороны будет шайба. Шайба будет прижата. Но все равно я сюда капельку капаю в люлюбчика. Вот так вот. Маленькую. Оп. Вот так вот. И шайбу ставлю на блюлюб. Поняли? Зачем это делается? Объясняю. Если там будет блюлюб, то даже если вы нож будете мыть, ну, под водой, под проточной, туда вода не затечет. То есть, чтобы туда вода попала, она должна вытеснить блюлюб с собой. Если там плотненько шайбочка будет к лайнеру, то она туда не попадет. Если же там ничего не будет, там будет воздух, то водичка туда затечет. Поэтому, поняли, да? Короче, как в том анекдоте или поговорке, что это там, помните, в детстве было? Сколько движений нужно, чтобы положить там бегемота в холодильник? Открыть холодильник, положить бегемота, закрыть холодильник. 3. А слона, чтобы положить в холодильник? Кто-то скажет тоже 3. Нет, 4. Почему? Потому что нужно открыть холодильник, достать бегемота, положить слона и закрыть холодильник. 4 движения. Поэтому вот то же самое и здесь. Прежде чем туда попадет водичка, она должна вытеснить. Поменял я, кстати. Уже фиксатор резьбы тут выбросил. Ну, шприц оставил, а выдавил, вычистил. То есть нужно одно лишнее движение, и оно здесь критично. То есть, чтобы туда попала вода, она должна вытеснить оттуда. Она должна оттуда вытеснить блюлюб. А у нее этого никак не получится. Понимаете, да? Все. Все, там есть блюлюбчик вот под шайбочкой, и он никуда не денется. Так, капулечку сюда. Щелк сюда. Капулечку сюда. Шапочку на место. И опять же сверху маленькую такую, чуть-чуть, еле-еле-еле капельку блюлюбчика, чтобы с этой стороны тоже не было пустоты. Даже давайте сразу капнем капельку. Маленькую. Вот, чтобы вы понимали, вот так вот. На кончике ножа. И это еще и много. Я сейчас назад еще заберу. Вот это много еще. То есть я так аккуратненько раз. Размотаю. Вот это я вытру об тряпочку, что осталось. То есть чуть-чуть туда нужно. Совершенно. А многие люди туда льют, я не понимаю, зачем так много. Фиксатора резьбы. Чикс. Все, репетируем его сразу. Оп. Видите, мы зажали до конца. А ход клинка просто пушка-бомба. Поэтому пробуем еще чуть-чуть с этой стороны. Все, то есть отлично отрепетировано. Сейчас вот это будем зажимать. И вот он еще и добавит. Так, вот сейчас четенько прям, знаете, такое есть еле-еле-еле некое такое давление, что не прям он болтается, а чуть-чуть как-то есть сопротивление. Оп. Обязательно прочитаю, но чуть-чуть попозже. Кто-то бомбит. Вот теперь вот этот винтик вот. Да что ж такое, не хочет. Давайте его в другое место закрутим.
Если он туда не хочет, то сюда он зайдет. Видите, да? Легенько раз. Проверяем. Вот, все четенько. Не повлиял зажим этого винтика на ситуацию. А здесь? О, он здесь отсюда. Вот. Оп. Видите, как достается плотненько. Раз. И теперь вот, видите? Вот теперь вот этот винтик уже мы зажали, и он уже держит немножко. Ситуацию сдерживает. То есть вот этот винтик нам тоже нужно посадить на фиксатор. И затянуть его не, поняли, максимум, да? Отрепетировать этот, скажем так, нажим. Вот. Масечку, капельку беру. И вот туда вот по резьбе сразу разношу его. Все, теперь берем, зажимаем до конца и чуть-чуть назад. Все, пробуем. Вот, видите, ля-ля. Все, вот это вот ход парамели должен быть. То есть легко открывается, легко закрывается, ничего не сдерживает клинок, ничего не мешает. Но в тот же момент нет никаких люфтов, зазоров, всего остального. Единственное, что нам осталось, это капнуть капельку на детент. Раз. Два. Три. Все, зажимаем. Раз. Два. Выравниваем и отжимаем. Вот теперь уже силовым зажимом подтягиваем все три винтика. Все. А, и не с той стороны, да? Вот это я. Короче, красавчик. Не с той стороны зажал. Клипсу поставил. Она была здесь. Она была с этой стороны, спереди. Раз. Два. Выравниваем по центру ее и зажимаем. Все. Клиночек у нас по центру. Открывается, закрывается. Ну, короче, вот так вот. Видите, маятник. То есть ходит, падает без проблем. В этот же момент никаких люфтов здесь не наблюдается. Фиксит. В принципе, вот и все. Вот такое вот было видео. Ножичек отправляется обратно в Запорожье. И будет служить и радовать хозяина. В общем, у меня на сегодня все. Вот такое вот было видео. Давайте, народ. Пока-пока. Увидимся. Народ, небольшая дописочка, сижу, монтирую видео. Устранить люфт, заточить, собрать. И понимаю, что голова не варит, потому что дальше я скажу, что а точить стало быть не надо, да? Посмотрю на режущую кромку и скажу, ну да, здесь в принципе нормальная режущая кромка. Но вот уже начал монтировать видео и посмотрел на режущую кромочку, она здесь была немножечко нуждалась. В правке, скажем так, но не в переточке. То есть показаний к переточке нет, я ее поправил. Ну вот сейчас она вот в идеальном состоянии, все нормально. Показаний к переточке нет вообще. Здесь нормально выглядит режущая кромочка. И ну вот так вот, все четенько. Короче, я ее поправил, все хорошо, все работает. Я болею, видите, малой болеет, поэтому голова не варит, сори. Но ничего страшного, видите, поправился. Как-то так. Пока-пока, увидимся.